Приветствую вас на канале RedCat. Вы смотрите вторую часть видео про качай скин за 500 робоксов, который мы совместно записывали с Женяшей. В прошлый раз мы прокачивали скин Адрианы, подписчицы Женяши. Видео уже есть на канале. Ну а сегодня мы будем прокачивать скин моей подписчицы Маши Куст. Вы также можете участвовать в подобном видео. Обязательно поставьте лайк под этим видео, ну а также перейдите на видео, которое вы видите сейчас на экране. Под этим роликом вам нужно будет написать ваш комментарий, в котором будет ваш ник в Роблоксе. Ну а также, конечно же, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал RedCat. Напоминаю вам, ребята, что в Инстаграме я провожу розыгрыш 1000 робоксов, 10 счастливчиков получит от меня по 100 робоксов каждый. Вы можете принять участие, просто зайдя в мой Инстаграм и прочитав все условия под этой картинкой. Ну что, ребята, пришло время прокачать мою Машу. Маша Кустик из Дискорда, она мой модератор, очень помогает мне. И вот, и также она самая активная в Дискорде, и поэтому она пришла на замену тех, кто не смог все-таки достучаться и получить свой приз. Смотрите, у нее очень крутое, как по мне, да? Как ты считаешь? Мне кажется, очень. Да. Ты знаешь, я сейчас посмотрела на ее коллекция такая коллекцию, хорошая. Крылышки, смотри, новые уже есть. Столько всего у нее есть. Потому что она смотрит на RedCat и все ивенты не пропускает. Молодец. И берет хорошие вещи оттуда. Да, очень молодец, прям видно, что она прокачанная девчонка. Но смотри, RedCat, давай ты расскажешь, что ты закинул, да, 500 робоксов на ее аккаунт. Вот эти 500 робоксов, да? Даже у нас есть, да. Давай ты будешь раздевать, и я расскажу, что Маша про себя сказала. Что давай, она хочет. Давай, так, ты рассказывай. Она хочет, чтобы тоже улыбчивая у нее какая-то была эмоция. Угу. Ей нравится черный цвет, я знаю. Ей нравится хвостик, как у меня. Есть у нее любовь к животным. Говорит, котиков, наверное, что-то много. Что-то у Маши на голове. Да, пробор какой-то странный. Так, да, давай, да, дальше. Маша, у тебя ты лысеть начинаешь. Я теперь поняла, почему Маша ходила в шапке. Да, это очень. RedCat. Очень классная футболка, кстати. И да, Маша даже прислала. Она в какой-то игре сделала свой скинчик. Мы на него сейчас посмотрим. Да, вот так вот, смотрите. Маша попросила что-то похожее для нее подобрать. Но мы решили с Женяшей, что это не совсем круто. Этому не быть, да, модный приговор. И все, мы решили все-таки, что, наверное, нужно какое-то животное сделать. Какое-то приятное, красивое, милое. То есть вот это животное подойдет прекрасно. Мне кажется, этот скин идеальный, потому что любая девушка любит худеть, а тут смотри, набирать вес не будет, ест мало, вообще не ест. Волосы не надо причесывать, это самое главное. Маникюр, педикюр, все отпадает. Просто вышла и пошла играть. Можно, да, можно сразу за 500 робоксов купить и уже ничего не искать. Но еще я предложила RedCat'у вот такого котика. Ребят, вы знаете, котики, да, рулят. Котик, да, классный, мне тоже очень нравится. Но она говорила, что котиков уже очень много. Достаточно. Ей очень нравится мой хвост, да. Но вот хочет котика. Может, какого-то тигрика, я вот так решил. Или какого-нибудь, не знаю, другого персонажа. Можно лису, там еще что-нибудь такое. Ну, тогда что мы решаем? Мы все-таки сами ее оденем, да, на свой, давай, вкус. Давай, немножко, да, конечно. Сюрприз, но будем ориентироваться на то, что она нам прислала. Возможно, какие-то элементы оттуда возьмем. Да, давай, давай, рассказывай. Путь. Давай, портить скин, так портить. Да, давай. Давай начнем с анимации. Ага. С чего? Какую мы анимацию выберем? Слушай, она хотела, говорила, что за 250, судя по тому, что она прислала вот это картоны. Ну, картон, для вот девочки анимация, картонка, да? Как-то совсем, мне кажется, не подходит. Давай вот тот, что в предыдущем у нас было. Угу. Как у девочки Адрианы, стилиш, да? Вот это, да, клево. Мне, да, кажется, это то самое, то, что надо. Да, вот. Да, покупать. И намного дешевле, собственно, у нас будет еще запас. Так, покупаем. Налить, 80, да, робоксов. Окей, покупаем первое. Начало. Что дальше, RedCat? Что, как ты думаешь, что ей нужно сделать? Теперь еще нам нужно еще ей подобрать эмоцию. У нас есть подсказка с ее фотки. Вот точно это, такую, да, же я нашел. Смотри, как она прикольно смотрится. Очень, да. Давай, давай тоже, давай, забирать. Да.
Окей, покупили. Да. И что еще у нас остается? И теперь нам нужно, самое главное, это подобрать что-нибудь от животного. И я подобрал очень прикольную шапочку. Вот такую, вот да? такую вот, смотри, это тигра, это тоже кошечка, но другая. Давай посмотрим, как это будет смотреться на мне ее кажется... милой голове. Да, у нас улыбочка должна быть симпатичная. Ну мы сейчас лицо же купим, мы сейчас купим, давай, давай мы покупаем и сразу тогда все оденем. И с этой эмоцией хорошо, и снова, я думаю, будет еще лучше, давай. Все оденем, чтобы мы уже видели картину. И подожди, хотя можем, давай еще хвостик, я точно знаю, что ей нравится мой хвост серый. Это вот этот костик. Да, тут, в принципе, есть полосочки. Давай добавим его тоже. И все это оденем. И дальше пока у меня нету мысли, что мы будем дальше делать. Хорошо, хорошо. Давай тогда мы заходим на ее аккаунт. Кстати, надо будет потом найти еще, посмотреть эти очки. Если они недорогие, может, мы тоже купим. Не знаю, будут ли она их одевать или нет. Одеваем шапочку. Одеваем. Анимацию еще нам надо. А мы сейчас вот так нажмем все. И у нас анимация стилиш. Вот как это выбрать, какую именно? Может снимать уже то, что у нас одето, или как? Или мы голенькие совсем будем? А, мы сейчас снимем, мы будем совсем голенькие, будем, давай сюда еще хвостик. А мы сейчас как раз, когда будем, наверное, одежду одевать, ну мы там уже будем понимать, что у нас выходит. Ну что, давай начнем с одежды. Я не знаю, как мы выберем, тут такое огромное количество, но я надеюсь, ты мне поможешь. Очень большое, тут просто нереально. Всего лишь 81 тысяча страничек, я думаю, что мы, в принципе, за пару недель... перекопаем, да, то, что нам все-таки нужно. Так, ну что, я немножко отобрал. Давай посмотрим. Давай, показывай. Что тут будет. Ну, такое вот. Мне, в принципе, нравится, что светлые джинсы. Немножко они порваны, но не сильно. И, в принципе, нравится, достаточно считает. Симпатично, согласна. Да. Вот этот как-то необычный. Вот. Какой-то такой строитель у нас, правда, немножко получился. Вот такой. О, кстати, вот это получше будет, да? Вот если сравнивать с предыдущим, какой тебе больше нравится, этот? Мне этот или... больше нравится. Тот отпадает, да. Мне кажется, да. Тот прям сильно... Оставляем этот пока. Да. Вау. Queen, прям королева сразу. Вообще класс. Мне нравится. Мне не нравится, что слишком уже порванная джинсы. Вот не нравится тебе рваная одежда. Класс. Мне нравится. Мне нравится такое. Ну окей. Мне нравилось, как топ сидит хорошо. Вот этот топик? А, нет, на прошлом, да? Угу. Ну, ну этот слишком темненький, да? Ну и спортивный как-то. Давай мне. Не берем. О, вот этот, смотри, какой. Ну и вот это сочетание тоже неплохое. Единственное, что тут как-то по краям оно немножко очень странно выглядит. Опять тебе что-то странное выглядит. О, коровка. Не будем из Маши корову делать. Нет, пожалуйста, давай не будем делать. Она такая хорошенькая. Пятнышки, а тут пятнышки. Под тигр, не? Никак. Не, это не под тигр, это под корову все-таки. Убираем. Опять у нас дырки. А мне такой нравится очень. Ну, в принципе, более-менее. Black casual crop top Adidas shorts. Adidas, да, шузы такие. Слушай, ты просто одни модные. Вот, смотри, red top. О, кстати, название вообще топовое. Red Top. Girls Red, причем во множественном числе. Ну, мне тоже такое нравится. Вот я тебе хочу сказать, что мне вот первый понравился, вот этот вообще прям клёво. Оно немножко покрупнее. Мне нравится, вот видишь, как топ здесь переходит. Я имею в виду спереди и вот в бок, да? Он плавно видно. Просто там в предыдущем какой-то сразу такой хоп. Ну, а комбинезончик ты не хочешь взять? И комбинезон. Может, мы два возьмем, и то, она пусть выбирает. Ну, хорошо, давай. А который темный, да, комбинезончик выберем? Давай этот покупаем, да. Ну, хорошо, давай покупаем. Casual и комбинезончик. И нам нужен комбинезончик тогда вот этот. За 35 рубаксов, да? Да, он какой-то интересный. Ну да, мне тоже нравится, тогда я согласна. Окей, давай. Окей, и теперь... Надеюсь, Маша будет счастлива. Ну что, неплохо вроде получилось. Единственное, что мне кажется, не хватает волос. Она какая-то лысая у нас получилась. Лысенькая, лысенькая. Ну как раз теперь под этот образ можно и выбрать волосы, да. Она говорила, что ей нравятся коричневые. Вот она рыженькие выбирала на той фотке. Я подобрал два варианта.
смотри. Вот с таким проборчиком у меня еще было. Эти мне нравятся, что длина у них довольно-таки большая. Вот классно смотрится с длинными волосами. Я говорю, да, что длинные нравятся. Все-таки очень красиво. Немножко торчит из-за шапочки. В принципе, симпатично. Ну и 50 робоксов стоит. А вот следующие есть еще вот такие вот. Cinnamon Hair. Они, в принципе, ровные. Тоже очень хорошо ложатся. Но стоят 80 робоксов. Какие выбрать? Какие тебе больше нравятся? Ну, я думаю, ты знаешь, лучше, наверное, все-таки выбрать America Sweet Coral. Почему? Во-первых, еще останутся робаксы, и мы сможем ей какой-нибудь аксессуар купить. Мне кажется, тут еще чего-то не хватает. И, в принципе, исходя из картинки, которую ты показываешь, то тут есть очки. То есть, я думаю, у нас хватает денег, чтобы купить еще очки. А очки стоят сколько? Давай посмотрим. Мы их нашли уже. 90. О, смотри, идеально получается. Да, я думаю, что очень клево. Классно, слушай, а с очками тоже неплохо. Надо не нравится открывать ее красивые глаза. Глаза. Она, смотри, как она счастливая, да? Да. Очень счастливая. Ну тогда на чем так что, останавливаемся? Синамон, это что у нас, корица, да? Корицу да. не берем. Берем за 50 робаксов и тогда покупаем ей очки. Сладкое сердце. Хорошо, давай за 50 очки и все. Мы полный комплект, получается, у нас будет собран. Мне прям даже интересно, как это все вместе сразу мы оденем. Сколько у нас? 310, по-моему, да, получилось? У нас ноль, мы потратили все по нулям, посмотри. Одеваем. В копеечку вошли. Прям копеечка в копеечку вышла. Вау. Ну, мне нравится. Не знаю, как ей понравится или нет. Но, по крайней мере, мне тоже нравится. Неординарно. То есть, и мне нравится, что комбинезон тоже нестандартно. И очки, в принципе, она может... Солнышко будет в игре. Тогда давай посмотрим ее в игре. Маша, привет, Костик! Привет! Нас прокачали! Мы в дизайнерской. Ура! Теперь я самая красивая! Нет, я самая красивая! Вот так вот, Женяша, мы одели своих подписчиц. Я надеюсь, что их лук заслуживает на ваш лайк. Ну а если вы хотите, чтобы в следующем видео мы одевали именно вас, то участвуйте в конкурсе от видео, в котором мы снимали наши обе. До 24 мая у вас есть еще время. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.